С 1 октября в России вступит в силу ряд новых законов. Бывшие военные и приравненные к ним граждане традиционно получат прибавку к пенсии. В этом году выплаты увеличат на 10,5% за счет изменения размеров окладов военнослужащих и силовиков. За последние 10 лет это станет рекордным повышением пенсии. Среди гражданских пенсионеров на прибавку могут рассчитывать те, кто прекратил работать в августе этого года, кому в сентябре исполнилось 80 лет, а также у кого появились иждивенцы. За каждого нетрудоспособного члена семьи предусмотрена доплата 2500 рублей в месяц. Еще два нововведения в законодательстве связаны с призывом на военную службу. Работодатели, которые не уведомят сотрудника или не организуют их явку в военкомат, заплатят штраф. Для должностных лиц он составит от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических – от 350 до 400 тысяч. В свою очередь, граждане, не явившиеся по повестке в военкомат без уважительной причины, тоже могут быть наказаны штрафом до 30 тысяч рублей.